зрителей и зрителей в нашей студии. В эфире ваше любимое музыкальное супершоу «Пять песен на пятом», где ваши любимые артисты сегодня будут выступать, как всегда, в неординарных и трудных условиях. Итак, сегодня в нашей программе, как всегда, живой звук, отличное настроение, настоящий драйв и, главное, что горячий персонаж. Михаил Гребенщиков, наш профессиональный меломан. И муза живого звука Алла Талатова. Родители, зрители, мы благодарны вам бесконечно за то, что вы на протяжении всей предыдущей недели голосовали за свою любимую песню. Для того, чтобы мы могли определить, какая песня сегодня станет гвоздем нашей программы и пятой песни на пятом. На данный момент СМС-голосование завершилось, однако его итоги вы узнаете только в конце нашей программы. Кстати, эту интригу мы оставим закрытой и для нашего сегодняшнего гостя. А сегодня в гостях у нас... Начинал этот артист на рок-сцене, а на четвертом рок-фестивале он заработал приз за лучший вокал. А потом он резко меняет свое музыкальное направление и пристрастие и становится солистом группы «Форум». За 23 года своей карьеры он успел сделать очень много. Выпустил 14 альбомов, снял 20 видеоклипов, а также попробовал себя на театральной сцене и в кино. Но самое главное, он завоевал любовь миллионов своих поклонников, которая до сих пор живет в наших сердцах. Ты моя летняя зима. Сири. Добрый вечер всем! Ну давайте вернемся для начала в прошлое, на 20 лет назад, когда я вот лично первый раз узнал, что вы, оказывается, были в аукционе. И это большой... Я вас поздравляю. С вашей фамилией, Миша, вы бы могли знать про рок-клуб ленинградский абсолютно все. Ну, в моей голове это слегка не совмещается, и я предлагаю вернуться на несколько лет назад. Десятков, так сказать. А сейчас мы не будем смотреть никаких видеозаписей. Мы просто хотим воссоздать ту обстановку, которая была вокруг тебя, когда ты впервые вышел на сцену. Приблизительно такая же. Да, ну вот смотри, видишь, тут мы так подумали и решили, что приблизительно 20 лет назад вы примерно выглядели вот так. Да. Итак, был аукцион вещей аукциона, и именно на этом аукционе мы купили этот сюртук солиста группы «Аукцион». Похож. Вау. Женщина смотрит с мольбой на шестой этаж. Я на шестом этаже, я точу карандаш. Пусть себе смотрит, я к популярности привык. Пусть себе смотрит, ей сверху покажу язык. Я популярный мультгерой. Мой инструмент всегда со мной. Он постоянно под рукой. Взгляни, какой! Спасибо! 86-й год! Сергей Рогожин! А Горкуша был уже тогда? Конечно, Миша, я пришел, ты знаешь, я пришел в аукцион, собственно, ко мне подошли в Институте культуры, где я учился на отделении режиссуры, в перерыве между лекциями, подошел молодой человек и сказал: чувак, мы слышали, ты круто поешь, нам нужен солист. Поддержи, пожалуйста. Угу. Жарко, можно я сниму? Давай, спасибо, конечно, большое. Безусловно. Мне нравится, вот. Сергей всегда задает вопросы, не дожидаясь ответа, говорит: спасибо большое. Ничего не изменилось за эти годы. И я бы тебя поцеловал, если бы ты не так далеко была. Так вот, значит, он говорит, я говорю: когда репетиция? Он говорит: приходи. Но, Миш, я скажу тебе честно, я приехал в Санкт-Петербург, такой интеллигент в маминой кофте, то, что называется. Мама у меня преподавала французский, преподает до сих пор, папа юрист, как у Владимира Вольфовича, да?
Потом, как выяснилось, мы с ними проработали чуть больше 2 лет. Оказывается, когда я пришел в группу, они при мне боялись первое время ругаться матом. Настолько я, так сказать, был совершенно другой. Но, пробыв с ними больше 2 лет, во мне появилась та доля здорового цинизма появилась во мне, которая так необходима, в принципе, в современном мире. Поэтому я им благодарен за это. Хотел бы сказать вам, дорогие друзья, Сергей Верногожин не только гениальный совершенно артист вот такого жанра, разнопланового, он же еще и режиссер. Миша, я украла ваш вопрос? Да, и ко всем этим талантам мы обязательно вернемся после того, как услышим первую песню на 5-м. Это собственный хит артиста, о котором больше всех знает Алла Довлатова. Я эту песню обожаю. В любом состоянии, в любое время суток и года, и главное, даже в самые страшные магнитные бури, эта песня способна лично мне, и я уверена, и вам поднять настроение. Итак, первая песня на 5-м. Собственный хит Сергея Рогожина «Летняя зима». Подпевать будем? Да! Эту песню в Питере почему-то называют «Песней пьяных синоптиков». У нее другое название. Слова помним. Приставай! Эту милую картинку ты придумала сама, сотворив ее из музыки и света. Ты считаешь, на картине нарисована зима, а мне кажется, серебряное лето. То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу, напоенное туманом и прохладой. Ты ищи меня с собою, в уголочке нарисуй. Впрочем, больше ничего уже не надо. Вспоминаю слова. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Из музыки и света сама, из музыки и света, света. Это было неплохо, но я знаю, что вы можете громче и лучше. Просто уверен. Знаю я, что там за лесом деревянные дома, их покой ни дождь, ни снег не потревожит. Ну, на кого она похожа, эта летняя зима? Я так думаю, что на Аллочку Довлатову она похожа. Ты таким же тайным светом изнутри озарена, только мне за свой покой нельзя ручаться. Я повешу твой подарок над кроватью в окна, чтобы нам с тобой вовек не разлучаться. И все поют! Моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света. Еще раз все. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки света, света. Это было
Ничего вам это не напоминает? Дурдом. Что дурдом? Слушай, нет, это не дурдом. Ты вот не знаешь, между прочим... В 2000 году. Да, мы с тобой открывали чемпионат мира по хоккею. Да, в Питере. Да, в Питере. Это было в Ледовом дворце. Это было открытие Ледового дворца нашего питерского. Я предлагаю вспомнить, как это было. Миша, с твоей помощью. Ты принеси, пожалуйста, Сергею тоже амуницию красивую. А я вам сейчас быстро в двух словах... Я должен одевать... Ну, а то нет. Алла, давайте я вас буду поддерживать. А не надо, я сама постою. Точно? Я? Да, ну давай, держи. Если я могу рядом стоять, если что, хватайтесь за меня. Предлагают... На полусогнутых ногах стоит. Гениальным, совершенно любимым мною артистом Сергеем Рогожиным открыть чемпионат мира по хоккею. Я никогда в жизни на коньках не стояла. Мне говорят, ну, потренируйся чуть-чуть. Я прихожу, кое-как там езжу, как корова на льду. И мне говорят, ты не волнуйся. Главное, что Рогожин ездит. Просто, если бы не Урманов, то Рогожин бы получил первое место на всех олимпиадах, как фигурист. Ну, хорошо. И вот мы с ним выходим на лед. Я, естественно, в надежде, что он меня сейчас поймает. Он меня ловит. И дальше мы с ним в жесткой сцепке. Мы сейчас покажем, он оденет конечки. В жесткой сцепке мы поем эту песню. Шок был у всех. Павел Буре смеялся как ненормальный. Потому что он сказал, что такого грандиозного вообще зрелища он не видел никогда в жизни. Давай. Подожди, ему надо помочь. Ребята, музыканты. Да, я готов. Так. Все. Держитесь за мои плечи, можно за нос, за голову. Давай, так, вот посмотрите, вот так вот, вот так примерно мы вышли. Подожди, давай назад откатимся. Давай назад, назад. Откатывайся. Начинайте музыку. Давайте. Давайте, а то они когда я запою. А потом так вперед. Подожди. Поехали. Синит в ушах, лихая музыка, атаки. Если только на площадке великолепный наш Рогожин и вратарь Николь. Все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. Настоящие мужчины. Звезда на нашем льду, я как поеду обратно. Ты сейчас что-нибудь придумаем. Алла, давай я тебя отнесу. Давай. Ой, тихо, я уже уехала. Давай. Все. Поехала. Битый не битого. А вы когда-нибудь носили Аллу Довлатову? Никогда. А я ее ношу. Битый не битого, подождите, сзади не снимаем. Везет. Ой, тихо, подожди, подожди, подожди. Все. Сейчас я переоденусь и сообщу, какая песня у нас будет следующей. Миша, это ты? Это я. Боже, какое счастье. А я, кстати, впервые здесь. Да? Да. Ну, загадывай желание. Угу. Серега, загадал. Респект. Ему ботинки не снять. Пока наши певцы отбрасывают коньки, мы готовимся к первой песне из домашнего задания. Это три песни, которые не принадлежат артисту. Их когда-то кто-то пел другой. Но именно на нашей передаче артист поет и тем самым демонстрирует свой музыкальный кругозор. Итак, первая песня из домашнего задания «Вечная любовь». Почему такой вот выбор? Я думаю, что ее просто, наверное, не существует. Поэтому я о ней пою. Как всегда, больше всех знает Алла Довлатова. Песен Шарля Азнавура. У нас она еще известна как саундтрек потрясающей киноленте «Дегерант 43». Кто ее тогда спел? Ну, естественно, Шарль Азнавур. Однако сегодня эта песня прозвучит не на французском языке, а на русском языке. И исполнит ее сегодня кто, как вы думаете? Конечно же, Сергей Рогожин. Итак, вторая песня на пятом. Вечная любовь.
смерти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно рыдание без конца, как поцелуй. И все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда. Но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. И дам я клятву вновь. Вечная любовь всегда с тобою быть должна. Один этот яд испить до дна, минуя мрак и туман, туман, обман. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней. Сердец, слова тревог и слезы, наконец, приют для всех уже прожитых утех. Сорька расцветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет в блаженный лес. Одна лишь ты, жить любя одну тебя. Браво! Это была вторая песня на пятом. Ой, вот он показал, понимаешь, класс. Попарсить. А, дорогой завсклад, принеси, пожалуйста, нашу волшебную коробку. Сейчас он привезет нашу, съезди за коробкой. А я пока хочу сказать, дорогие друзья, что Сергей сегодня будет исполнять различные роли. Как настоящий большой артист, а он действительно артист и режиссер, мы предлагаем тебе оказаться в наших предлагаемых обстоятельствах. Значит, что это за обстоятельства? Сейчас ты инспектор ГИБДД. Я знаю, что ты их очень любишь. Они тебя тоже очень любят. А, так вот, ты инспектор ГИБДД не просто, который собирает подати, а ты инспектор ГИБДД, который пошел в парадной фуражке, надевай фуражку. Ты идешь на концерт своего любимого артиста. Ребята, Сергея, а чего вы такие все маленькие головные уборы? Я не понимаю. Сережа, все на меня. Умищу, но я подрабатываю некуда. А ГИБДДшницей. 60-е. Итак, Сергей, в смысле, инспектор ГИБДД, пытается бесплатно пройти... Можно я в руках подержу просто? Ну да, хорошо. Вот так, с фуражкой и с жезлом. Бесплатно пытается пройти на концерт Сергея Рогожина. Ну, естественно, в Кремлевский дворец. Вот ты пришел, вот стоит охранник. А Сергей Рогожин — это продвинутый певец. Соответственно, у него такие вот охранники. Но... Че тебе? Ты кто? Здорово, мужик, не узнал, что ли? Ты кто? Палочку хочешь? Палочку себе воткни. Что значит воткни? Ты с кем говоришь? Документ показал? Документы какие? Документы. Водительские права. Пришел. Водительские права. Ты стоишь на средстве? Правильно? Я стою при входе. Ты на транспорте стоишь, права давай. Ты нарушил. Здесь стоянка запрещена на колесах. На колесах. На колесах стоянка запрещена. Отошел быстренько. Я считаю, что он уже прошел. Грандиозно. Не, но странный... ГИБДДшник пришел на концерт Сергея Рогожина и требовал предъявить права у охранника. Ну это вообще шиза полная. Почему? Ну надо же было на чем-то тебя подловить. У тебя же комплекс вины надо было создать. Понимаешь, ты бы подыграл бы, сказал, ну ладно, что-то можно без прав, но проходи на концерт. Ну что ж, дорогие друзья, Сергей Рогожин.
продолжим с этим заданием, которое называется «Импровизация». Как настоящий артист справился, на мой взгляд, блистательно. Итак, итоги СМС-голосования, дорогие друзья. У нас три лидера, вы помните, и я с удовольствием хочу вам напомнить, кто же это. Это Дима Билан со своим хитом «Все в твоих руках». Это Настя Задорожная с песней «Любовь, не любовь». И это группа «Моранди» с песней «Angel». Какую песню хотите Сергей Радужин исполнить? Я готов любую. Но мы в этом не сомневаемся. Они все симпатичные, в принципе, вполне. И всех артистов знаете, они, которые они были. Все хороши тем, что я ни одной из них практически не знаю. Вот поэтому так. Слышал. По разику каждую слышал, поэтому что-то там. В этом и смысл пятой чудо-песни. Итак, давайте в двух словах поговорим о второй песне из домашнего задания. Go down, Moses. Что-то там про Моисея, когда он по пустыне-то всех водил. Водил 40 лет. И я тебе хочу сказать, что я был на этих местах. Uh-huh. Я был в Египте. Мне в Египте какое-то время надоело. Я решил слетать в Иорданию прямо сразу вот из Египта. Приехал туда и как раз был на всех тех местах. Там есть такой затерянный город Петра. И гора, на которой находится могила Моисея, на которой он умер. Uh-huh. Вот. Знаешь, как гора Моисея называется? Небо. Небо. Ага, понимаешь, почему потом небо назвали, да? Mm-hmm. Потому что гору назвали небо. Вот. Mm-hmm. Так сразу выходит там «Go down, Moses». Mm-hmm. Эту песню вы будете исполнять с группой «Филармония». Правда ли это? Правда. Да вы что? Группа «Филармония». Что за группа? Группа «Филармония». Такая? А замечательные ребята, вот они, пожалуйста, встречайте. Mm-hmm. Но все-таки, как всегда, как бы мы здесь ни разговаривали и что бы мы ни думали, но больше всех об этой песне знает Алла Довлатова. Эту песню в нашей стране чаще всего называют в ее главной строчке «Let my people go» или в переводе на русский «Отпусти мой народ». Эта песня к музыкальным жанрам относится, естественно, как спиричуалс, посвященных восхвалению подвигов библейских героев. И она была призвана внушить чернокожим рабам в Америке веру и желание бороться за свою свободу. Дорогие мои, у меня к вам будет просьба нам помочь. Вам нужно будет только одну фразу спеть. Let my people go. И... Еще разочек. И... Когда я взмахну рукой. When Israel was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made all pharaohs understand. Let my people go. Yes, the Lord say go down. Moses, way down in Egypt land. Tell them pharaohs, let my people go. My people go. My people go. If not, they'll smite your firstborn days. Let my people go. Go, the Lord say, go down. Moses, way down in Egypt land. Pharaohs, let my people go. Way down in Egypt land.
Песня на пятом. Наш сегодняшний гость Сергей Рогожин. Сергей Рогожин сегодня нас веселит и развлекает по полной программе. Ну а Михаил наш за складом вновь везет волшебную коробку фокусника. И вновь Сергей Рогожин перевоплощается в... Сумасшедшая блондинка, фанатка Сергея Рогожина, просто ломая стены и двери, хочет попасть на его концерт. Блондинка. А я уже не кучерявая блондинка? С какой-то кудрявой штучкой. Хочешь, какую хочешь. Хотите кудряшкой бы и быть, хотите блондинкой. Вот, блондинка... вот тот вариант, это глюкоза, а вот там вариант, это Ирина Аллегрова. Блондинка подойдет, давайте, ну кто, Аллегрова? К рубашке давай, подойдет больше ярче. Блондинка была под шафе, и прическа ее испортилась. Золотую сумочку. Сейчас мы сумочку не забудьте. Итак, вы фанатка Сергея Рогожина и бежите на его концерт. А вас не пускает охранник наглый ужасно. Поехали! Что вы такая стеснительная барышня? Че ты тут счастлив, иди отсюда. Че, глухая, что ли? Сегодня концерт Сергея Рогожина. Блондинка прорвалась на концерт. Я считаю, Рогожина. Что после всего того, чего между нами не было, как порядочный человек, ты обязана мне жениться, понимаешь? Браво, брависсимо. Я считаю, что с любой задачей этот артист справляется. А вот как он справляется с домашней работой, мы сейчас проверим. Еще одна песня осталась у нас из домашнего задания, и это «Очи черные». Вот я, если не ошибаюсь, я эту песню слышал в одном из ваших альбомов, кажется, она даже есть официально. Да. Где-то 97-98, если... Да-да-да, абсолютно верно. По-моему, даже 96-й, но это не так важно на самом деле. Дело в том, что она там была исполнена не в классическом стиле, а в стиле техно. Да. Вот. Даже была такая программа, что-то там такое, в Останкино, я уж не помню, или «Шире круг». Я в нескольких передачах с ней снимался. Но, ты знаешь, на самом деле, на мой взгляд, по-моему, классический вариант, он интереснее всего. И есть много вариантов исполнения, но то, что мы сделаем сейчас, это будет совершенно отдельный, особенный вариант, потому что каждый куплет мы поем в совершенно разном стиле. Если очи, то обязательно черные. А если кто знает об этой песне больше всех, то, конечно же, Алла Довлатова. «Черные очи» было опубликовано в литературной газете в 1843 году. А автор этого блистательного стихотворения – украинский писатель Евгений Гребенко. Этот роман зазвучал благодаря Федору Ивановичу Шаляпину. И именно он с этим произведением познакомил всю Европу и влюбил всю Европу в очи черные. На пятом романс «Очи черные». Очи черные, очи страстные, очи жгучие. Знать увидел вас я в недобрый час. Скатерть белая залита вином, все гусары спят непробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское,
за любовь свою, за цыганскую. Ох, недаром вы глубины темней, вижу траур вас по душе моей, вижу пламя вас, я победное, сожжено на нем сердце бедное. Подойди ко мне, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься. Поцелуй меня, потом я тебя. Потом вместе мы расцелуемся. Все целуют и обнимают друг друга. Не видал бы вас, не страдал бы я, прожил жизнь я припеваючи. Вы сгубили меня, очи черные, унесли наверх мое счастье. Очи черные, очи страстные, очи живучие и прекрасные. Как люблю я вас. Как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Это была четвертая песня на пятом. А вот и еще одни предлагаемые обстоятельства. И в данном случае это интеллигентный петербуржец, который идет на концерт своего любимого исполнителя. И, естественно, опять-таки натыкается на непристойного, а на все потому, что он хочет стену, прости натыкается меня. Он потому, что он хочет пройти, как и все предыдущие пытальщики, бесплатно, абсолютно бесплатно. Почему-то вот именно к Сергею Рогожину хочет человек пройти именно бесплатно. А потому что интеллигентный человек мало зарабатывает. Вы кто? Боже! Боже! Не может быть! Боже! Чё тебе? Боже! А ну иди отсюда! Боже, я узнал вас! Нет. Миша! Гребенщиков! Я сейчас директор позову! Миша! Боже мой! Мишенька, дайте автограф! Я умоляю! Нет, директора! А повернитесь вот так! Я скажу... рук, тела, ума и никакого мошенничества Сергей Рогожин, конечно же, может выкрутиться из любой ситуации. Вам и деньги, Сережа, не нужны. Вы также можете и в магазин ходить. Ты знаешь, я так практически и хожу. Ну, в общем, я не сомневалась. Браво! И вот наступил самый ответственный момент нашей программы. Мы наконец-то узнаем результаты СМС-голосования. Алла Довлатова уже давным-давно знает все об этом. Итак, пятая песня зазвучит уже через несколько секунд, но я хочу напомнить о трех лидерах в нашем СМС-голосовании. Дима Билан, «Все в твоих руках». Настя Задорожная, «Любовь, не любовь». И группа «Моранди», «Энджел». Какая же из этих песен станет пятой песней на пятом, вы узнаете уже через несколько секунд. Жизнерадостную и энергичную студию. И я с удовольствием объявляю, что сегодня в исполнении Сергея Рогожина и помогающей ему группы «Спортлото», блистательных музыкантов, мы услышим группу «Моранди», «Энджел». Вот это задание, то я впервые такое наблюдаю, чтобы иностранная песня досталась артистам. А вы по-английски понимаете? Слушай, ну со словарем, да. Для начала давайте послушаем, как эта песня выглядит в оригинале. Ну, безусловно, я знаком с творчеством Сергея Рогожина. Я
скажем так, музыкальный полиглот и знал все его песни, всякие его эксперименты. Всегда мне казалось, что это за человек вообще, чем он занимается, какой он в жизни. Вот я сегодня его посмотрел, я понял, Сергея Рогожина, очень такой вот обаятельный и душевный человек. И очень такой интеллигентный. И песни поет хорошо, с душой так. И вообще, первый рейвер России, наверное, Сергей Рогожин, имейте в виду. Давайте в R&B ее сделаем. Прошла успешно, и сейчас мы увидим пятую песню на пятом.